Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить King's Bounty. Так, я тут улучшил, сейчас покажу, стальную полосу. Видите, стала стальной пояс. Воевал с хранителями этого предмета. Ну и видите, стало плюс 2 защиты. И 100 лидерства. Ну, я, в принципе, не использую. Но можно сюда одеть. Анет нашему спутнику, так сказать. Но пока я решил так. Можно было бы еще кольцо улучшить. Эльфийское. Ну, посмотрим. Взял вот эту еще штучку. После 10 побед можно руну получить. Так, и вот нужно крестьян мочить, чтобы Анет прокачать. Нужно убить 1000, чтобы прокачать ее до 2 уровня. Ну, сейчас как раз вот есть парочку. Сколько их тут? А, нет, как-то их мало. Ну, наушников много. Так, давай на них оковы магии нафиг. А нет, нельзя, блин. Нельзя. Вот это просто пригреем их. В принципе, мечников не очень много. Хотя лучше сундук забрать, может. Что-то интересное может быть. Угу. А лучников мы сейчас так загреем. Есть половина. Что у нас еще можно хряпнуть немножко. Еще этих стрелков надо убрать. Ну, блин, не получилось. Неплохо так бьет, но их так немало. Ждем. Травонот. Это уже неприятно. Стоим в защите. Так, черная дыра. А может... Торков. Давай на дракончика пока. Хорошенько таких задеть всех. Давай-ка. Размытие на наших стрелков наложим. И вот так загреем всех. Отлично. Жалко, тут не можем достать немножко. Отсюда бы двоих задеть. Ну, вот так хотя бы. Отработаем этих ребят.
Многовато их сюда прибежало. Да. Так и со спины. 100% яд. Так, станем тут. Подождем. Отлично. Вроде, знаете, и слабые пишут, да? Крепкие ребята. Так. Черная дыра. Давай, затянем немножко. Так, и тут немножко поджарим этих ребят. Вернулся мечник. Так, сейчас тоже произведем выстрел. Так. Не дошел. Так, и отбросим этого товарища. Гад вернулся. Ничего, дракона черного, в принципе, это не страшно. Ярость 8. Даже неизвестно, одного или двух и бьет данное умение. Ха. Вот это точно убьет. Встанем отсюда. В принципе, это слабый, как бы противник, не надо было показывать этот бой, ну ладно, как есть, так и есть уже. Следующего можно будет пропустить. Хорошо, чтобы он попал на ловушку. Это будет долго. Да, 4 потеряли, но уровень получили. Что тебе сделали эти крестьяне? За что ты убил их всех, безжалостный орк? Во-первых, они сами напали на меня, а во-вторых, я буду убивать крестьян до тех пор, пока твоих слез не будет достаточно для проведения темного ритуала. Хорошо. Вот мы получили уровень. Урушу. Так, а на маяке там какие заклинания? А, тут ботиночки продаются. Можно забрать. Забрать. Их. Вон. Некуда. Два оружия ей можно в руки дать. Послушать, да. Два магических кристалла. И можно качнуть, да? Кое-что даже. Тут нет. Плюс, наверное, магию хаоса. Хотя магия искажения тоже хорошо. Давай магию хаоса. Что у нас по магии там получится? Так,
Тут будет больше, 6 снарядов. Ага, урон одного снаряда 95, это урон... Угу. Так, тут урон побольше уже будет. Ну тут атака. Дополнительный урон 30%, а не 20%. Испух. А, 3 раунда действует. Так, побольше уже, да, тоже. О, можно изучить вот это. Портал демонов. И слабость. Давай портал изучим, а потом мы еще эти прокачаем умения. Тут призывается существо 1-3 уровня. Тут 1-4, но лидерство больше. За глаз. Ладно, разберемся. Наверное, уже больше можно нанимать, да? Угу. Так. Теперь надо поискать. Это еще видел. Вот крестьяне стоят. Уже много. И тоже не на запись. То есть уже не на запись. Так, отлично. Победа без потери. Денежку получили. Странно, почему не получили пленных. О, руну получили. Третью вроде бы уже по счету. С пояса. Неважно. Так, кстати, какие заклинания у этого чувачка есть? Нету каких заклинаний. Тут уже тоже не... ничего нет. Так, я думаю, может получится вот эту заставу разбомбить. Мана есть. Чего тебе надобно здесь, темное отродье? Это королевская пограничная крепость. Здесь не место таким, как ты. Убирайся-ка ты отсюда поскорее. Отворяй ворота, иначе я их сломаю. Сколько раз тебе нужно повторять, чтобы было понятно. Не положено пропускать королевскую пограничную крепость темных тварей. Или ты нарываешься на драку? Да именно на драку я и нарываюсь. Так, и что там будет? Ну, 80 мана. Атака. 14 уровень, на 22. Ну, это еще ничего не значит. Так... крестьян 200 человек, это хорошо. Так, ну вот паладины, это не очень хорошо. Так, может темное облако им туда фигачить, чтобы они не сильно могли двигаться. Так, как-то вот так, наверное. Так, и оковы магии не мешало бы. Наушников. Хорошо, хорошо. 2-3. Куда у него ход? 2. Скорость 2. То если что, мы могли бы залететь вот так. Да? Вот так вот. Это было неплохо бы. Паладины и лучники получат урон. О, паладины еще снесли.
шикарное построение. Если так шмальнем, так, то не очень так. Давайте. Перелетим, по идее, да. На третью клеточку он перелетает. Так, делаем вот так вот. Ну тут. О, половину снесли. Можем еще этих убрать. Так, орки пусть станут вот тут. Может, напрямую побежим. Ускорение. Воскрешает, лечит. Тоже полечили. Так, ладно. Если так, может, на вас некростаю насвать? Так. Коррозию. Вот этих ребят. И будем отсюда атаковать. Так, и отсюда атакуем, наверное, лучников. Вот так вот. Поменьше у них было поддержки. Так, пока подождем. Посмотрим, куда пойдут гвардейцы. Секира магии. Давай на ловушку. Отлично. Лучник отошел. Атакует. 53 урона. О, мы половину снесли. Так, тут мы сделаем так. Отлично. Так, а ну-ка, щит орков. Хорошая довольно-таки штука. Так,
Давай-ка ему дополнительный урон накинем нашему дракончику. И двое сразу легли. Так. Давай ты походишь. Так, и атакуем лучников. Перезарядилось умение. Так, а тут мы вырубим по максимуму этих крестьян на всякий случай. Так, пока пролетим так хорошо, никого из своих не заденем, только противников. Блин, найденыш вернулся. Ну, давай походишь. Может, на ловушку попадет. Ага. О, и ловушка еще и убили. Это вообще шикарно. Можно без заклятий. Хотите? Размытие. Это дешево и сердито. Так, 5 бойцов потеряли, но неплохо денег заработали. Так, ревность, увеличение размера жизни. Демона Мора, усиление проклятий, замедление злой рук. Так, увеличение урона зеркала боли. Проклятие 23%. Думаю, демона Мора улучшить, наверное, зеркало боли. Качнем. Вот так вот. Так, что там? Задание. Это еще гномов уничтожить. Гарнизон уничтожен. Это хорошо. Теперь темные могут ходить себе спокойно. Без всяких препятствий. Слабость. Защита плюс один. Так, а тут в замке никого уже, да? 1000, так мало. Источник магии. Там будет изучить. Да. Толку от этого источника магии не очень много. Так, или мне кажется, или на той хижине что-то там... Ничего нет, да? Да, мы ж убили кузнеца. Так, нам переодеться надо эльфом. Вот так вот. Хорошо. Эльф так эльф.
Так, и пароль Ринга Стар, да. По приказу его королевского величества я обязан спросить у вас секретное слово для въезда в замок. Назовите слово. Ринга Стар. Рад приветствовать вас, господин эльфийский посланник. В замке великого короля Монтевилля, Людвига VII Свирепого. Проезжайте. Спасибо, братец. Так. Хорошо. Допустим. И что теперь? Заедем мы. Захватить короля, наверное. Да. Сейчас, наверное, по замку будем еще шастать. Угу. Слабый охранник. Ну, давай с ним разберемся сейчас. Это я пропущу. Так, разобрались. Без потерь. Хорошо. Теперь там король стоит. Теперь нам мешало бы, наверное, ману где-то собирать. Интересно, что-то можно такое какое-то интересненькое найти. Еще один противник идет. Слабый, по идее. Так, давай ману. Денежку возьмем, идем воевать с этими ребятами. Таких тоже я пропускаю. Так, еще одна чистая победа, даже есть пленные. Так, давайте, наверное, с королем уже побеседуем. Кто ты, нелюдь? И что ты делаешь в замке короля Монтевилля? Людвиг Свирепый, ты повинен в организации массового уничтожения демонов Атрикусуса. Именем тьмы я приговариваю тебя к смерти. Какие-то войска у него не ахти, честно говоря. Давайте пламя и ревность. Ревность сделаем сейчас им. О, лучники на нашу сторону пришли. Это неплохо. А мы сделаем, знаете что сейчас? Тут это маслице раскинем. Как раз на стрелков. Так. Наверное, что-то... А, блин, 25. Многовато. Лучше не подходить. Подождем немножко. Ну, вот так сделаем. 25 рыцарей там много. И будем сейчас вот так заряжать. Хотя, архимаги... Тоже, блин, сильные. Что-то пропустили ход. Лучники атакуют. Этих ребят надо будет откинуть. Если что. А он, вот эти рыцари мощные, но они ходят всего лишь на одну клетку. Хотя тут скорость 2. Видно, инициатива уменьшена у них почему-то. Может, за счет моих умений.
страсти. Давай. Пусть будет пламя страсти. Так, еще им огоньку добавим. И сделаем, наверное, вот так вот. Разобраться с этими мародерами или кто это там такие, охотники на ведьм. Еще разок туда же. Отлично, вообще магов убрали. Второе дыхание нету. Круговой удар. Это хорошая штука. Смотрите, какие они крепкие. 160 здоровья. Защита вам какая. Вот это мораль, видно. Высокая мораль, защита у них, соответственно, высокая. Ничего страшного. Скрышаю, гаденыш. Молодцы. Так, ну давай-ка черную дыру им там сделаем. Вот тут. Так, давай коррозию. Так, добиваем стрелков от Седова. Так, атакуем от Седова. А защита у них, да нет, не уменьшена. Видно, у них физическая защита уменьшена. Давай ты походи. Сняли коррозию. Да хватит уже воскрешать этих архимагов. Так. Может, еще беззащитность кинуть?
вот этих ребят. Давайте демона Амура. Защита подупала, да. Так, и лучников надо сейчас добивать. Вот так вот. Ждем. Вот ты ж. Призрачные мечи есть. А, меч призрак, да. Лучник вручную атаковать решил. Так, тут можно. О, половину. Нормально. Этого заморозка, наверное. Божественная кула. Ну ладно. Так, темное облако ему поставим. На пути. Получилось их спалить всех. Вот так. Добьем. Так. И тут уберем уже. А, там ловушка, я не буду пока. Бежать туда. Нормально. Так, разобрались. Беззащитность еще на нем действует, да. Давай еще коррозию. Ставим тут. Нормально. И добьем уже, чтобы не мучился. Жалко, двоим погибло. Ну, еще одного короля взяли в плен. 36 500 на золотишком тоже взяли. Что там? Уничтожить охрану замка еще надо. Еще 900 опыта, 120 000 монет руна духа. Это супер. Не зря мы столько долго бегали. Так, вон они ходят. Надо все равно ману использовать. Хоть и слабенький отряд, но нужно с ними повозиться. Но не на запись. Отлично. Убедили без проблем, без потерь. Видно, нам дали еще нагрузку. Опыт за выполнение задания и за убийство отряда, соответственно, получили новый уровень.
я аж одну руну магии. Так. Доступен новый титул. Ночной кошмар. Минус один защита. Плюс один мораль нежити демонам оркам. Плюс два морали людям предателям. Минус 15 требования лидерства для людей предателей. Ну, конечно, защита плохо, что минус один. Ну ладно. Возьмем. Так, есть. Получили. Руну еще. Так и нужен даже что-то еще подкачать. Щит гнева. Так и берсеркер. А вот берсеркера, я думаю, стоит как раз и подкачать. Будет 10 вероятность. 10% вероятность уничтожить половину отряда. А то щит гнева как-то так себе. А вот это очень полезная штука. Хорошо, когда половина отряда выносит наш боец. Так, сейчас посмотрим, может тут еще какие-то сокровища прячутся. У меня раньше в картинах было там еще прикол. Но это было как бы задание там. Кстати, с королем мы можем пообщаться? И мы просто его убили. А у нас два короля. Так, тут много чего интересного. Доспех великого магистра Монтевилля. А вот это что такое? О, ей надо одеть свои шмотки. Так, мораль людей. Все сопротивляемости плюс один. Живой. Значит, живой. Живым может. Начальная мораль 50. Растет никогда, падает минус один каждый бой. Возьмем пока нашу вторую. Кольчугу. Так, денежка. Посмотрим, что в этом ящике. Мишень. Еще золотишко было припрятано у короля. Как видите, есть тайные места. Механический лук. У нас таких, видите, бойцов нету. Что с луками? Были. Так. Ну хорошо. Разобрались. Надо сказать тому товарищу, что мы заставу очистили. И еще надо гномов найти, замочить их за то, что издевались над Белоснежкой. Ну, кстати, это мишень. Мишень, мишень. Ну вот мишень. Руны магии нужны. Ну, денег у нас сейчас немало уже. Кстати, что у нее за заклинание есть? Так, камикадзе, ерунда. Амулет некроманта. 50 штук. Не хочу я. Вампирессы. Я вот не знаю, может это их надо будет
как узнать секрет создания этих вампирес. Вот у меня есть задание. Вот. А, 10 вампирес надо будет. Хорошо. Я ставлю какие-то свои войска в убежище и привезу. Куда тебя несет? Что такое? Что это с мышкой? Ау! Очнись! Мышка! Капец! Что это с ним? Капец! Что такое? Че она глючит? Тягивает в сторону и все. Такого магии он не нашел. Давайте скажем ему. Есть хорошая новость. Гарнизона на перевале больше нет. Великолепно. От имени всех темных существ Монтвилли я приношу тебе благодарность. Теперь удалось сделать самое полезное дело для всех нас. Приятно слышать. А теперь, если ты меня извинишь, я вернусь к своим некромантологическим изысканиям. Эксперимент входит в решающую фазу. До встречи, Карадо. Хорошо. Тут мы закрыли с ним задание. Еще надо гномов, как я и говорил, замочить. Ладно, продолжим уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. И встретимся в следующей серии. Всем пока.